Кися. Кися мышку поймала. Мась, ну ты мышку что ли отбираешь? Кися в гараже поймала мышку. Да. Мась, не трожь мышку. Иди сюда. Масянь, иди сюда. Мась. Масянь, не трожь мышку. Не трожь мышку, говорю. Иди сюда. Подойди сюда. Это Кисина мышка. Нет, я говорю, Кисина мышка. Зачем ты? Зачем? Ты у Киси мышку забираешь? Ну это ж Кисина мышка. Масянь. В гараже у нас корм едят для кроликов. Глазик светится у мышки. Да, Маська? Ты контролируешь процесс? Где мышка? Только не трогай мышку. Видела мышку, да. Котя молодец. Котя молодец, поймал мышку. Ты слон. Опа. Побежала мышка, да? Побежала мышка. Сейчас убежит мышка, да. Вот так вот вечером зашли в гараж. Котя тут занят делами полезными. Мышка уже все забусля, как она такая играется с мышкой. Беда мышки. Мышку жалко, конечно, но что поделать. Мася, нет, не трожь мышку. Не трожь мышку, нет. Мышка заразная. Это не твоя игрушка. Это пусть Котя делает дела. Опа. Побежали. Все? Под решеткой. Да, под решеткой мышка. Под решеткой мышка. Убежала мышка. Ну, Котя ее все равно поймает. Постоянно паранойя, что сейчас Маша сбегает. Мышь меня подбила. Да, господи, найди. Лови. Я еще боюсь мышь что раздавить. Мне кажется, у нее все равно кончина будет не особо добрая. Ну, кот-то еще играет. Ну, раздавлю, и все, это будет просто еда. Да, вон сидит. Я не думаю, что это будет еда. В общем, не удержались. Мы отобрали у кота мыша, чтобы показать вот. Котя, в летний душ, иди сюда, давай, опа, вот такая вот, чпок, мыша, поймал наш Котя, молодец, Котя, охраняет гараж с кормом для кроликов, для курочек, играет с мышкой, да, как он играет с мышкой, да, Маська? И тебе хочется с мышкой поиграть? Мась, не надо трогать мышку. Мало чем мышка болеет. Интересно тебе, да? Мась, уйди оттуда. Мась, они нападать умеют. А то ты в угол загнала. Да. Мышки они такие. Такая интересная. Мышонка полёгка. С голоду пробралась к нам в гости. Ей не повезло. Мась. Коты, обезьяны. Не ты поймала, не тебе съесть. Да. Это не то, что
домашний. Киса зазевался. Которые играют с какими-то непонятными клочками, непонятно чего. Да, живая, интересная, такая интерактивная игрушка. Это хоть побегай немного. О. Дай. Убегает, убегает, убегает. Мышь наглая, прям на кота бежит. Мышь дезориентирована. Нашла лазейку, смотри. Нашла, нашла. Поползла. Котя, сейчас твоя мышь убежит. Останешься без ужина. Хотя нет, ужин уже был. Он себе кушал. Это, наверное, сонник будет. Или как он правит там. Лови, лови, лови. Все, ушла мышь, ладно.